Друзья мои, хорошо, всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Добро Едет, и это бас-драйвер-симулятор, короче говоря. Почему именно он, друзья? Вышло долгожданное дополнение, официальное дополнение именно DLC под названием Муром, где разработчики, короче говоря, ее полностью там сделали новые, значит, там автомобили, новый трафик и, в общем, текстуры, и, в общем, сделано все это офигенски, короче говоря, оставлю ссылочку в описании на Steam, это дополнение, оно платное, оно стоит что-то около 500 рублей для игры Bus Drive Simulator, эти же разработчики делают Metro Simulator. Данную игрушку вы, наверное, тоже видели и видели, например, на стримах ее. Ну, давайте катнем, посмотрим все-таки эту игруху. Собственно, она не такая требовательная на самом-то деле, да, если говорить по видео, по настройкам, как бы у меня здесь все на максималке и проблем как бы с этим нету, значит, я поставлю отображение FPS вот здесь вот, пускай, что он там будет мне показывать, мне прямо интересненько, не знаю, будет у вас отображаться или не будет. Единственное, они до сих пор не поправили вот этот глюк с менюшкой, да, то есть при нажатии начинает глючить, короче говоря. Ну, давайте попробуем катнем. Игра у нас будет карьера, нажимаем выбрать, и как вы видите, вот у нас DLC, это первое дополнение для этой игрухи под названием «Окрестности Мурома, Россия». Значит, 23 у нас здесь маршрута. И самое, что интересно, здесь есть летний режим и режим зимы. Я буду использовать Logitech 29. Работает он более-менее корректно в этой игре. Хотя тоже танцы с бубном здесь присутствуют. Как бы изначально вообще не поддерживался руль. Потом поддерживался 27 опять через жопу. И вот 29 вроде бы как-то уж что-то начал. Хотя 27 тоже сейчас, по идее, должен уже они пофиксить все вот эти косяки. У нас есть Серпухов, да, который изначально был в игре. А потом Кёльн они добавили, Германии. Собственно, окрестности Мурома, Россия. Давайте катнем мы с вами сначала по летнему варианту, потом посмотрим зимний вариант. Итак, Муром — один из древнейших городов России с населением, значит, 100 тысяч там с гаком человек, значит, расположен на левом берегу реки Оки, значит, развито автобусное сообщение с населенными пунктами, районы с соседними крупными городами, реализована небольшая часть города, основная площадь занимает деревни, значит, в общем, здесь будет сельская местность, короче говоря, ну и вот, вот что в этом духе, короче. Давай заряжаем, короче, будем загружаться. Всегда меня вообще просто радовала вот эта система Bus Drive симулятора. Почему? Потому что игруха вообще на самом деле такая топорная, ну, достаточно прикольная. И что касается самого трафика, именно людей, которые, знаете, ну, это же автобусные перевозки, мы здесь будем перевозить, значит, людей, как бы, ну, здесь люди так выглядят, знаете, это мне это напоминает песню, вот, блин, как же она называется, вот, и... И там танцуют, знаете, там пожарник, короче, этот сам сантехник, полицейский, вот, ну, как известный американский, короче, песняк. Вот, я не помню, как он точно называется. Вот постоянно, когда я смотрю, прям, знаете, как будто ряженые какие-то вот эти вот люди здесь тусуются. Загрузка здесь, опять же, долго, к сожалению. Вот мы загрузились. Так, смотрите, что у нас. Не лагай. Не лагай, ты чё лагаешь? Не лагай. 7 FPS, 9. Ты чё пролагаешь так? Ты чё лагаешь-то, друг? Отдуплись, пожалуйста. О! О! Пролагало, прикинь. Я говорю, вот она вот, не оптимизация. Сейчас 122 FPS. И оно, видите, вот оно падает тут бывает. Ну, короче, такая система. Итак, что у нас, значит, есть по автобусам? Автобусов у нас большое количество. Из них половина там куплена, половина там с DLC-шек. Половина, значит, такие. Здесь есть вариант вот такой. Вариант пазика, который у меня закрыт. Он стоимость 6 тысяч рублей. Не могу пока купить. Есть вот такой вот. Значит, тоже у нас вариант Лиаза. Да, это Лиаз же, по-моему. Дальше вот такой. Ну и, короче, их тут дохренища. И здесь есть варианты, вот, наш Икарус, ну, как наш, значит, ну, Икарус, короче говоря. Вот, есть вот такого, вот, я на таком, кстати, ездил с бабушкой в деревню в детстве, я даже помню, блин. Это круто было, на самом-то деле. И вот такой вот у нас есть, типа, знаете, перевозка Газель, короче, вот эти вот вещи. Давайте, кстати, на нем катнем, чего бы нет-то. Вот такие тоже помню в детстве своем, да-да-да-да-да, все это было. И вот, видите, ну, просаживает, не оптимизация игры самой, как бы, оно здесь имеет место быть. Но покататься здесь, друзья, можно, потому что все-таки здесь все вот эти автобусы, знаете, это наше, это все вот такое наше,
значит, и то советское, вот на чем катались мы когда-то в детстве, да, как бы там с бабушками, с дедушками в деревне, в лагеря в какие-то, в детские, я имею в виду, лагеря, да, вот, ну, как бы оно место имеет. Вот, ну, давайте я возьму все-таки какой-нибудь вот такой вот, да, аппаратик, чтобы поскоростнее, что ли, было, ну, так это все топорно, я выбираю его здесь мне нужно выбрать, как бы, маршрут и день, ну, давайте я день сейчас возьму какой-нибудь, значит, пролесну сейчас. Это будет, давайте, чтобы было денечек, это будет, значит, день 4, 12 утра, ну, пускай это будет вот так вот. А, значит, я выбираю маршрут, здесь и также здесь запчасти, мы можем, знаете, шторки сюда зафигарить какие-то, да, значит, кондиционер на крышу поставить, значит, флажки вот такие вот на лобовух сюда воткнуть. Ну, такая, знаете, тонировочка в ноль практически, тормозные колодки здесь, короче, можем поставить, ну, вот. Такая, знаете, вся эта. И покраска там жемчужина, либо волна, вот такая, как бы она есть. Ну, то есть, все это дело, друзья, имеется. Значит, выбираю я маршрут, собственно. И у нас вот такие вот маршруты, они разные. Причем можем еще свои генерировать какие-то маршруты. Топливо покупать. Вот у меня тут топливо. Ну, давайте какой-нибудь небольшой, прям сейчас я возьму. Вот, давай, вот эту. То есть, у нас здесь сейчас вариант такой, что мы с вами будем стартовать вот отсюда. С Кавардицы по кругу. Поедем вот так вот. Вот здесь, вот сюда, вот. И вот на автовокзал мы с вами доедем. Давай мы его возьмем, выбрать маршрут. Интервальность, короче, маршрута. То есть, когда нам нужно, ну, понятное дело, где нам что нужно, в общем-то, останавливаться, брать людей, довозить и все в этом духе. Вот она грузится, она долго грузится. И мы с вами, друзья, загрузить, выбирая руль. Вы посмотрите, как это все сделано. FPS, видите, здесь непонятно с FPS, он то 120, то 90, ну, то есть он прыгает, к сожалению. И, собственно, это вот на руле это будет выглядеть вот так вот. Вот видите, вот, ну, такая топор, короче, вот я говорю. Ну, в целом сделано прикольно, мужик у меня такой, вообще, крендель, короче, вообще просто тут у него тут, блин, ну, вообще огонь просто. Короче, так, итак, на что у нас открывается? Мы можем открыть дверьку и закрыть дверьку. Итак, у нас время, да, начали мы с вами, значит, стартовать. Управление камеры здесь на мышке. Заводимся. Аварийку. Во! Заказанули. Снимаем с ручника. И поехали. Ядрен батон. Сделано прикольно. Я чуть-чуть покатался, мне очень понравилось. Кстати, ребят, реально понравилось, прям классно сделано. Вот, разгоняемся. Включая поворотник. И мне вот сюда вот нужно выезжать аккуратненько. Не знаю, что ты ездишь. А, ну ближний свет фар, да, наверное, тоже надо мне включить здесь, конечно бы. И к первой станции, значит, мы едем. Это у нас автобусная, значит, остановка. Свет надо включить. Это что у нас? Это салон мы включаем вот так вот. А это, ну, я не буду. Видите, как бы тут, ну, топорно. Так, впереди у нас, значит, тихо. Трафик здесь, а просто орать можно над ним. Вот где-то какой-то... Жесть. Тормозим. Видите, сколько людей? И все меня ждут, конечно же, ждут меня, Димку. Вот, я сейчас так вот останавливаюсь. Оп. Открываю дверьку. И сейчас все эти пацаны начали заходить, присаживаться. То есть они мне платят денежку, естественно. Оплата проезда идет. Все засели. Ну ты сядешь, ты в канал угомонишься, ты, ну, тут, блин, ну капец, тут... Все, стартуем, стартуем, сегодня мы... Тихо, стартуем, так, никого нету, можем. Сильно прям навалить не буду, окружная дорога, значит, 12:27, и по маршруту мы с вами помчали. Мне нужно будет выйти в эту полосу и поехать по этой полосе, я так полагаю, что прямо. Сделано неплохо, ребят, на самом деле, для такой... Это же наши разработчики, кстати, российские. А Серпухов, который они делали, это вообще, значит, Московская область, да, получается. Подольск, Климовск, Серпухов, Чехов. Вот это все, это как бы наша тема. Это наши разработчики, наши ребята, которые делают и метро-симулятор, и бас-симулятор, вот эту игруху. По звукам здесь очень... Тихо, если честно, дайте я сейчас по настройкам, значит, звука громкости чуть-чуть нагружу, потому что я машину что-то плоховато как-то слышу. Видите, засветы какие-то, вот какие-то топорные, мужики едут на рыбалку, на охоту, непонятно. Что-то все медленно как-то едут, я не знаю. Вот, прям медленно. Уходим мы с вами на поворот, значит, и едем. Тихо,
тихо, конечно, вот по шуму автомобиля. Ну, в принципе, не знаю. Воу! Чё я сейчас сделал? Движение с открытой дверью. Да я проветрить хотел. Дыха! Сейчас я доеду, кажется. Меня все бабло снимут, в общем. И вот такие вот дела. Не, нормально, все хорошо. Выезжаем, все, поперли 80 километров. Чем-то напоминает Фернбас, там тоже такая система была, кстати. В принципе, мы успеваем по времени. Сейчас таксист уедет отсюда. Ну, такая топорная, но прикольная, блин, реально. Вот позагоняться в нее можно. Кстати, хотя Фернбас, кстати, будет по игрушке, по вот в плане это, вот именно если брать такого типа игру, она будет, конечно, получше, потому что мы физика автобуса поприкольнее, да, там тоже есть вот такие вот в виде, что ли, мини-венчиков, я не знаю, как это назвать. Вот, ну вот. Че, авария, нет? Нет, не авария. Пока едем. Трафик единственное очень медленно едет на таких дорогах. Трафик должен ехать, ну, побыстрее. Все-таки вот я сейчас вот, ну, что это такое вот? Ну, ты поедешь, таксисты или нет? Тебе бабки за что платят-то? Непонятно. Есть еще зимний режим. Причем в зависимости от времени. Видели, когда я время переставлял? То есть там следующий день брал. То есть может быть туман. Я специально попытался выбрать, чтобы было как бы, ну, просторы вот эти, да, чтобы можно было посмотреть, вот как это все дело выглядит. Вот это, говорят, тупит этот учитель. Видите, есть какие-то сельские дороги, короче, есть. По ним съехать, наверное, нельзя, я так понимаю. Вот, но вот это сделано вот таким вот образом. Вот она на ультрах, да, вот средняя 100 FPS, кстати, показывает на ультра у меня в 2К. Вот, опять же, потому что игрушка еще не оптимизирована. Хотя вот этот вот именно Муром, да, вот этот вот территория нового дополнения, она, кстати, получше сделана в этом плане. Потому что в Чехове, который вот был, да, вот этот вот, значит, предыдущий, который Кёльн, там вот эти вещи, они были сделаны, конечно, ну, вообще от АС. То есть камера меняется здесь. Вот, авария какая-то. Вот я говорю, да ну дебилы, вот, 26, я еще до них доехать никак не могу. У меня время, окружная дорога 12.26. А 12.27, они что-то не хотят. Надо обойти его, попытаться. Если я смогу. Смогу. Здесь как не в ETS, здесь можно прямо навалить. Ага. Тихо, тихо, тихо. Ну, непривычно, непривычно с этой. Я говорю, все бабки просрал, которые... Из меня водитель плохой, в общем. Заезжаем на остановочку. На остановочку где? А, вот здесь вот, отлично. Ну, здесь что-то нет никого, не знаю. Будет он. Вот видите, она бывает просаживает. И у нас девочка выходит, одна девочка вышла, еще вышел мужик, индеец, вот этот, блин, ну тут трафик, конечно, оттас. Давай, мужик, заходи, времени нету. Заплатил мне денег, спасибо, 32 кала, красавчик. Магиш, поехали. Поехали, поехали, выезжаем аккуратно, пропускаем трафик. О, Ака! Рут поехал. Рут вспомнил молодость и поехал на Аке, ну только на красный, но он ее перекрасил. Она обычно темно-зеленый, а это красный. Вот, но не суть. Блин, прикольно, на самом деле. Вот серьезно, сейчас, ну, катаюсь по ней, по оптимизации. Она, кстати, вот действительно лучше, чем было до этого. Как-то прям они ее прям сделали. Короче, я ж плохой водитель, да, я сейчас обойду, потому что впереди пазик едет тоже с людьми. И как-то это, блин, он долго едет, мне легче его обойти, потому что мне нужно успеть. Дмитриевская Слобода в 12.29, а у меня сейчас 12.27. Хотя здесь тоже, знаете, помимо штрафов, которые идут, значит, за нарушение, кстати, красного света, наезд на пешеходов, потому что здесь пешеходы ходят. Также здесь за столкновение, за ДТП, да, тоже снимают. За открытую дверь, которую я случайно открыл сейчас, тоже самое снимают. И плюс к этому, кстати, здесь еще штрафы за раннее прибытие, либо позднее прибытие, ну, на остановку, либо на станцию, как это было в метро-симуляторе, да, от этих же разработчиков. Вот, ну, в принципе, вот сейчас минута времени осталось. Я думаю, мы сейчас вот так вот докатим, потому что, в принципе... Ну, это вот. Автомобили, кстати, в принципе, неплохо тоже сделаны. Хотя немножко вот где-то тут. Я думаю, разработчики, они же все это дело не забрасывают. И, блин, молодцы, конечно, что они вот это все дело мутят. Салончик полупустой, конечно, блин. И я еще тут денег, кстати, он минус 12 у меня. Я не знаю почему. Вот. Денег я так, походу, не заработаю, что ли. Что? Я не пойму, менты-то не едете. Что? Что вы не едете? Здесь сплошная, я не смогу проехать-то, ребят. Учителя на дороге, вот
трафика ума. Кстати, здесь трафик, если хочу сказать, даже будет поумнее, чем ЕТС, наверное. Пазики какие-то. Единственное, вот, камера сама не возвращается в центр, к сожалению. Приходится мышкой обратно вот тут, ну, вот так вот как-то. Вот. Ну вот, газельку бы сюда добавили, вот это было бы ништяк вообще. Открываем дверь. Так, заходят у нас люди. Какие-то, вот, наркоман, походу. Так, а по освещению как оно? А, это салонный свет. А это вот так свет включается. Ну, вот видите, ну, как бы, ну, топорно все это сделано. Аварийки вот так работают. Так, дверь закрыта. Ну, звуки прикольные, звуки двери прям огонь. Вид вот из салона я могу посмотреть на этих торчков, блин, всех. Жесть какая-то просто. Поехали, ладно, блин. Не, ну погонять можно. Тогда катал, когда они только начали разрабатывать эту игру. Она называлась Bus Simulator 2019. Потом они убрали название, сделали вот такое. Видите, FPS как проседает. То 100, то 72, то 68. Вот он прыгает. То 80, то 79. То есть, ну, оптимизация игры, конечно. Хотя включена вертикальная синхронизация и все остальное. И, ну, хоть и ультра, но все равно такой FPS как бы для такой игры. У меня колда больше сотки выдает, блин, на 2К, на ультрах. А это как бы, ну, хрен его знает. Вот, едем потихонечку, 12:30, МПМЗ, мультиплеер, Мазазака. Или как-то, блин, опять привык к Тоби Трекеру, голову поворачиваю. Вот что делает Тоби Трекер, ребят, это реально, блин. Сижу и голову поворачиваю, думаю, сейчас поверну голову, и все будет хорошо. Вот, кстати, если Тобика бы сюда добавили, либо Фернбас, кстати, Тобика добавили, было бы классно. Потому что такие, как бы, игры, вот, блин, их надо оптимизировать, их надо продвигать, блин, на этом будущее, на самом деле. Ну, конечно, не такие прям игры, да, но все-таки... Хотя трафик, смотрите, какой умный. Вот баба, допустим, вот я сейчас пропущу, умеренно встал, пропустил, и что горит, что у меня машина дымится, есть что-нибудь? Потушите мне машину, пожалуйста. У меня машина дымит. Вот, и она прошла ему потихонечку сейчас. Поворотничек. И вот сюда на остановку. Я не знаю, конечно, как они ее строили, значит, саму вот эту территорию. Так, баба уже, кстати, заранее встала, я вам хочу сказать, ты вот сюда вот на выход. Блин, ну это ребит чуть-чуть. Ребит. О, какая телка зашла. Ой, какая. Это мужичок. Еда, какой пацан. Все, больше никого, никто не будет садиться ко мне. Точно? Ну, как хотите. Так. Ага. Тут одна полоса или две, просто мне интересно, значит. Дальше у нас юбилейная улица. Блин, надо обойти его, что ли. Юбилейная улица дальше у нас. Поехали. В 12:32, в принципе, я успеваю, да, если не будут тупить, потому что смотрю, сейчас в данный момент здесь очень много таксистов, и они все тупят, а там вообще машина, он прогрузилась, я думал, стекол. Куда-то в домике он поворачивает, да, куда-то в частный сектор поехал, пацан. Блин, ну, чё-то не знаю, чё-то, короче, ребит она почему-то, есть такое. Красный свет, блин, не успеваем мы по времени, чуть-чуть. Включаю поворотник, и резко очень тормозит, блин. А дворники, как здесь включаются дворники? Я не знаю, как включаются здесь дворники, если честно. На какую кнопку? Тихо, дверь закрой, сейчас денег снимут. На ходу. Не знаю, что. Не знаю, какие-то. Короче, тут нужно биндить, ребята, кнопки. Ой, что включил? Что включил? А, вот почему я реблю. Ой, тихо, куда назад? Короче, что-то я включил. Какой-то свет. Непонятно, какой свет я включил. Какой я свет включил? Ядреный батон. О, выключил. Все, вроде не перестал ребить, прикиньте. Короче, здесь вот ребит, зараза, из-за всяких вот этих вот там освещения. Вот освещение включил, и все это дело заребило. Так, а здесь я буду как плохой человек, да? Ну да ладно. Прям посреди дороги стану. Давай. А то я не успеваю. Выходи, мужик, блин. Блин, топор, ну так прикольно, покатать. Давай, давай, давай. Время, время, время. Цигель, цигель, алю-лю. Денежку хоть чуть-чуть заработать. Садись вперед, свободно. Еще одно место. Еще одно место. Еще одно место. Все? Поехали. Ой, блин.
Ну шикарно. Единственное, не понимаю, почему они днем так с таким освещением едут, причем, да говорю, бликует аж. Не, понимаешь, что днем можно ездить, не можно, а нужно ездить, значит, с ходовыми, либо ближним. Вот, правилами как бы это, ну, нужно, да, но вот, вот. Даже сзади видно, в зеркало, короче, куда ты чё. Блин, красота. Так, мне нужно поворачивать сейчас налево. Вот на пазике бы катнуть. Блин, у меня денег нет на пазике, я бы на пазике газанул бы. Ну, сейчас можно взять какой-нибудь другой, зимой можно взять какой-нибудь еще. Уже именно автобус, можно и кару взять, либо какой-нибудь старенький там лязик, посмотрим, что-нибудь там. Вот, и небольшой рейсик для зимы еще газанем. Просто я зимой не катал, я еще даже не знаю, как это. Вот видите, вот бывают какие-то вот ряби какие-то здесь, непонятные. Вот, есть такое дело. И поворотников, как бы, обратно поворотник не уходит, короче. Блин, опять Тоби Трекер в голову прям. Так, остановка. Я ж как это... Настоящий... Как это называется? Маршрутчик через две полосы в крайнюю правую. Ну, как обычно у нас. Что, нет? Опоздание на... Вот видите, как я сказал? Опоздание на остановку за то, что я... Ну, тут нужно соблюдать прям времени прям конкретно. Вот, с меня денежку. Сейчас у тебя опоздаю. Прям конкретно опоздаю. Ну, давай, 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 давай. Все. Никто не заходит. Я буду мудаком. Я уеду. У меня времени нету. Все, конечка, автовокзал прямо у меня сейчас будет. Ну, как обычно, эти там рукой машут. Вот, а вот по поводу... Смотри. А, видишь, как это сделано здесь, наезд на пешехода? Блин, ну как бы... у него есть коллизия, ты в него врезаешься. То есть нет такого, чтобы ты прям в него врезался, его сбил, там кровь полилась какая-то. Здесь, к сожалению, такого нету. Только вот... И мы едем, кстати, к автовокзалу. Это автовокзал, по-моему, с какой машиной у меня столкновение сейчас-то было? Не было у меня ни с какой машиной столкновения. Вот, и капец, я в минус ушел, короче, работаю на халяву за гроши. Так, и здесь остановка, вон она. Ну, это такой, ребят, как бы, да, стрим, просто обзор данной территории, короче говоря. Вот, это автовокзал. По идее, сейчас должны все люди у меня выйти здесь. С телефонами ходят. Вот, индейцы, иди. Так. Все, и видите, заработан денег ноль, я лох. Вот. И с меня, короче говоря, вот такие вот вещи замутили. Что, ребята, теперь давайте я нажму выход. Мы возьмем зиму, потому что придется, по-моему, перезагружать, если не ошибаюсь. А опять карьера, выбрать карьеру. И вот, Муром, зима. Выбираем зиму. И сейчас еще один рейсик с вами бомбанем, только уже по зимней территории. Я просто, мне интересно, как там снег, вообще будет снег ли падать, либо территория снега какая-то интересная, да, то есть, как бы, ну, в этом плане. Вот, можно перемещать любую точку около автобуса, наклонять ее под любым углом, по умолчанию она показывает центр салона автобуса. Окей, значит, давай я сейчас возьму, еще день пролистну, пускай это будет 11:36 утра, автобус я сейчас возьму, наверное, какой-нибудь, о, давай, вот такой, что ли, на нем катнем. Че, нет-то вот... Или что, у меня есть еще какой-нибудь интересный здесь? Ща, погоди-ка. О! Вот на нем. Давай на нем газанем. Бля, какой аппарат. Точно, берем его, короче, выбрать. Значит, выбрать маршрут и тоже какой-нибудь маленький. Маленький вот такой вот маршрутик. Это тот же, да, по-моему, маршрут? Походу. Они как-то сами открываются. Вот, давайте вот этот вот, макаровцы какой-то. Вот я буду стартовать с макаровки. И вот сюда, да, ковардиться. Ну, небольшой рейсик такой. Вот, берем его. Чисто посмотреть зимнюю территорию данного мода. О! Ядрить! 4 FPS, 5, 3, 21, 85, 98. Мы живем, ребята, это хорошо. Вот так выглядит наш аппарат. У меня такой, короче, кент сегодня. Блин, вообще атас. Заводим. О! Освещение здесь включили. Освещение, это освещение салона здесь включается. Освещение... Освещение типа кабины. Освещение салона. И просто ближний свет фар. Типа. Аварийка работает? Ага, поворотники. Как тут сигналить? Ага. Это что я сейчас сделал? Непонятно, что я сейчас сделал. Окей. Поехать мы не можем.
Во! Ядрить мандри... А как тут дворниками пользуются? Мне просто интересно, как дворниками пользуются. Подожди секундочку. Снимок экрана, говорит, поворот руля, значит, показывать дверь, вызвать снимок, свободное. Левый сигнал аварийный, гудок на Space, стеклоочиститель на N. На N. Угу. Вот так. Ага. И на... Ага, окей. Ну, поехали. А где снег-то? Мне снег нужен, как грязь такая, то есть грязная такая машина. Капец, ну автобус, слушай, ну шикарно. Жалко, поворотники сами не это. Ну, в принципе, не знаю, в таких машинах, по-моему, раньше поворотники так не, и не работали. Хоть отображение в зеркалах, кстати, поправили. До этого были плохие, кстати, отображения. И вот первый у нас вот такой вот... Елочки какие-то, ну, прям зимняя такая территория. Единственное, опять же, я не пойму, где снег. Потому что на фотографиях есть... Есть снег. Но то, что, кстати, тормоза плохие, это факт. Вот, П срабатывает. Открывается дверь. Как я полагаю, открывается и задняя. О, вот так. Люди заходят, садятся. Все шикардосно. Раз. Так, закрываем. Хренакс. Не хлопай дверью. Не хлопай дверью, умрешь от монтировки. Все, начинаем выезжать. Надеюсь, меня никто сейчас не забодает здесь. Медленно едет, разгоняется, естественно, медленно, старенький аппаратик. Рейсы здесь, ну, как бы разные, да, то есть в зависимости, сколько ты тут проедешь, по-моему, открываются новые какие-то рейсы, если я не ошибаюсь, то есть здесь рейсы как бы есть, потому что до этого в допах, да, которые изначально в игре были, там прям именно такая фигня была. Да, куда ты доезжаешь, там новые такие территории... Значит, открывается. Ну, я сейчас поеду вот так вот, как быдло, конечно, да, то есть... И меня интересует, где снег. Почему нету снега? Ну, кстати, система, значит, покачивания такая, как бы она вот здесь присутствует. Управление неплохое достаточно. Ну, вот, ну, как бы на руле прям вообще вот... Можно, конечно, руль подправить по управлению, но... Рубить на нем прям можно оттас вообще. Чтобы я сейчас всех их обойду. Я такой быдло маршрутчик такой, пробженный старый. Старый маршрутчик такой, это, который прям... За нарушение здесь ничего не будет. Сейчас наваливаю я уже свыше 120. Я не знаю, столько вообще автобус этот ездит. В максималочке я стрелку положил. Куда ты АК даешь? Ну, блин. Ага. А когда заезжаешь, кстати, на снег, либо песчаную какую-то эту тему, обочину, да... Скорость, естественно, падает. Ага, я понял. Окей, ну хорошо. Ну вот там вот кто-то меня, блин, зацепил, зараза. А? Вот. Были бабки, теперь денег нет. Сняли. Минус 8 опять. Что ж ты будешь делать? И вот эти мерцания. Единственное, мне мерцание вот это не нравится, блин. Вот мерцание мне здесь не нравится. Давай. Придется вот так объезжать. Так, и у нас сейчас будет левый поворот. Включаем левый поворот. Блин, ну позагоняться в него можно, кстати. Говорю, в принципе, такая неплохая. Тормоза здесь вообще беда. О, не тормозит, смотрите, я сейчас поворачиваю. Все, я ушел. Я ушел по полям кататься. А че регион 33-й? Кстати, Владимирский регион здесь. Владимир. Макаровка. Ага. Окей, ну-ка давай-ка. Вот так вот, оп. Да что ты, не надо кнопку нажимать. Да тут это. Карта на М, ее можно открыть или закрыть. Ну не открыть, а увеличить или уменьшить. Че вы все через перед лезете? Лезьте через жопу. Не лезьте вы через перед. Аваричка, все дела. Оу, блин, красота. Все, залезли. Короче, вы сядетесь там. Не нужно выезжать. Блин, ну класс вообще. Топово. И вот вид вот такой можно сделать. То есть, да, то есть вид от, скажем, третьего лица, чтобы можно было также покататься здесь. Включай поворотник, мне сейчас ехать. Звуки, кстати, тоже в вот, повороте включаешь, звуки слышишь, естественно.
Ну куда ты, бумер-то, выехал? Ну ты не видишь, я еду. Едарен компот. А, да шо ж ты... Ты что ты? Столкновение с машинами. Да это беда какая-то, блин. Выключи поворот, в конце концов. Ну, управление своеобразное, конечно. Тем более зимой, кстати, физика отличается. Реально, как на льду скользишь. Это вот прям, я хочу сказать, прям по факту. 33-й, да, регион. Это Владимир, если не ошибаюсь. Так. Ну, давай, 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 давай. Ты чё, бумер? Я тебя на этом... аппарате сейчас обойду, как делать нечего. Тихо, разойдись, пацаны. Я подъехал. Все. Вы ее отсюда. Блин, ну тут я говорю. Это. Та-да-та-ра-та-та-та-та. Это. Блин, что тут, блин, что тут делает этот крен? Я вообще не знаю. Вот, собственно, ребят, я просто хочу зиму просто вот глянуть просто по зиме, как что, да? А, карьера быстренько, опять же, зима, берем мы эту тему, берем любой, ну пускай это тот же даже грузовик, этот автобус, если там что там будет. Вот, и меня интересует именно снег, вообще тут снег, потому что на картинках, именно на скриншотах был снег. Был снег. Блин, как тебе тут... Был снег. Был снег, отвечаю. Пускай будет 10 утра. Пускай будет 10 утра, выбор маршрута какой-нибудь. Да любой просто, я не буду ехать, а хочу просто посмотреть именно снег. Блин, нету снега, не может быть такого. Опять пад ФП. Блин, есть снег. Начать заново. Ну-ка. Мне нужен снег. Мне нужен снег. Обратно в город. О! О, снег идет. Во-во-во, пошел снег, ребята, отлично. Вот так это выглядит теперь. Видите, туманность и снег. Но этот снег, кстати, охрененно сделан. Вот бы в ETS был такой снег. Блин, в такой игре и то снег есть, да? Но он никаким образом, я так полагаю, не это самое. Как тебя завести-то, господи, заводись. Если сейчас поеду, да, вот сейчас, ну, буквально чуть-чуть, он будет как-то на лобовуху мне? Нет, на лобовуху он не будет. То есть я сейчас включу на N-дворники, как бы они будут работать там, да, грубо говоря. А снег они никаким образом не мажут. А, и просто туманность в этой игре, и все. Больше ничего. Понятно. Я-то думал-то, а видите, оказывается, как. То есть, то снег здесь сделан вот таким вот образом. Ну вот, собственно, ребята, вот такая вот игруха. Точнее, вот такое вот дополнение под названием Муром для бас-драйвинг симулятор. В принципе, неплохо, покатать можно. Надеюсь, пишите свои комментарии, что по этому поводу думаете. С вами был Дима Колдобрейд, увидимся в новых видосах. Ну и дай бог стримах. Увидимся, люблю, целую, пока.